еще один безвременно погибший мотор в результате наводнения, ну и неаккуратного обращения с ним. Это 1,1 киловатт, 960 оборотов, трехфазе. Ну, вроде был ничего, но стал совсем никаким. Сейчас его тупо подключаем как однофазник, при этом одна обмотка подгоревшая, и именно эта обмотка используется в роли стартовой. Греется она при этом, не греется. В общем, скорее всего, греется, и мотор, соответственно, работает далеко не так, как хочется. Ток потребляет при этом, и мощность выдает порядка 420 ватт. Будем так и думать, что сейчас у него мощность 420 ватт. Вот такой моторчик, бывший трехфазник, купленный для коротка, но используется в режиме однофазника, и пока неизвестно, для чего его применить.